Представители банковского сектора выступили с предложением пересмотреть меры наказания за незаконное использование персональной информации клиентов. На данный момент максимальный срок тюремного заключения составляет 7 лет, но чаще всего применяется мера наказания в виде денежного штрафа в сумме до 1 миллиона рублей. Таких мер ответственности за мошенничество недостаточно, поэтому банкиры предлагают увеличить сроки наказания до 20 лет. Более полную информацию ищите в наших новостях.